В Ингушетии сегодня уничтожены 5 боевиков. Личности 2 из них уже установлены, еще 3 задержаны. По данным Национального антитеррористического комитета, в доме, где они укрывались, обнаружено мощное взрывное устройство. Во избежание разрушений было принято решение о его подрыве в безопасном месте. Операция прошла в Маглобекском и Назрановском районах. Указанные дома окружил спецназ. Боевики оказали ожесточенное сопротивление, но потерь среди личного состава и местных жителей нет. У задержанных изъяли и много оружия, в том числе иностранного производства. Данные о местах, где скрывались террористы и их пособники, были получены после ликвидации в минувшую субботу бандгруппы, связанной с запрещенной во многих странах, в том числе в нашей, группировкой ИГИЛ. Тогда также обнаружили тайники с готовыми к применению мощными самодельными бомбами.